новости на канале ФКТ. В студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. Осень, весна или начало лета? На выбор три даты. Будет ли снова перенесен День города? Сочинцы могут стать соавторами проекта «Письма с фронта». Записки с полей сражений войдут в пятый том книги. В айсберге теперь учатся не только покорять лед, но и держать удар. В Ледовом дворце открылся зал для бокса. Краснодарский край вошел в пятерку лидеров в России по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сегодня рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он провел селекторное совещание с главами регионов по выполнению поручений правительства. Как отметил Вениамин Кондратьев, на Кубани в прошлом году ввели 4,5 миллиона квадратных метров жилья. При этом комплексное освоение территории остается приоритетной задачей. Губернатор попросил правительство рассмотреть возможность финансовой поддержки региона при строительстве социальных объектов в рамках нацпроекта. Очень важно еще, чтобы в комплексной застройке дополнительно нам предусмотреть по принципу софинансирования еще школы и детские сады, потому что наличие школ и детских садов при комплексной застройке резко повышает спрос. Естественно, мы максимально повысим спрос в тех микрорайонах комплексной застройки, где сегодня у нас огромный дефицит этих школ и детских садов. Возможно ли все-таки рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий нам на строительство объектов, например, школы, либо и не на год, а на весь период строительства, потому что, что здесь такое, все равно же мы четко обозначаем сроки строительства, зачем нам каждый год подписывать соглашение на субсидии. Значит, я дал прямое поручение Минстрою, во-первых, все программы стимул расписать на 3 года, не надо нам в 1 год. Такое поручение дано, поэтому Минстрой отрабатывает все вопросы с регионами по этой теме. Это раз. Мы все понимаем, что планировать стройку 1 годом нельзя. Поэтому надо дожать вопрос, чтобы мы 3-летку полноценно все планировали. В прошлом году по нацпроекту на Кубани начали возводить 4 соцобъекта. А также в планах на текущий год ввести почти 6 миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю Краснодарский край уже входит в тройку лидеров в стране. Меньше химии, больше органики. Кубанские депутаты согласовали в первом чтении важнейший для аграрного края закон. Проект предусматривает, что собственники и арендаторы сельхозземель будут обязаны следить за плодородием почвы и вносить органические удобрения. Обязаны обеспечить раз в 5 лет внесение органических удобрений не менее 9 тонн на 1 гектар всей площади пашни, либо осуществлять посев сельскохозяйственных культур, используемых в качестве зеленых удобрений, в том числе промежуточных сидеральных посевов на пашне не менее 20% от всей площади пашни. О целесообразности такого инструмента говорил глава региона на сессии в законодательном собрании края. Вениамин Кондратьев уверен, если не начать заботиться о земле сейчас, через несколько десятилетий Кубань лишится своих плодородных полей. На самом деле это закон о сохранении плодородия. Потому что сегодня, конечно, где-то получаем сверхурожай, это правда. Но за счет чего мы получаем? За счет сверхинтенсивной работы либо воздействия на нашу кубанскую пашню. Важно только сделать так, чтобы этот закон, который сегодня в первом чтении приняли, он заработал. Заработал. А самое главное, не с точки зрения принудительного исполнения закона, а с точки зрения всех сегодня правообладателей на землю, сделать своими сторонниками сохранение плодородия кубанской земли. В комплексе подойти. Это уже со стороны Андрея Николаевича ваш вопрос. Не просто сегодня депутаты дали возможность нам сохранить гумус. Но давайте это сделаем не с точки зрения принятия закона, а с точки зрения реального сохранения. Собирайте всех наших селян, они поймут, неважно, это малый бизнес на селе, средний или крупный, они поймут, что это единственный способ передать им землю. Они очень любят, реально, очень любят своим уже детям, внукам, последующим поколениям. Сейчас определенным образом внесение изменений в закон об обеспечении плодородия земель, мы в то же время подталкиваем производителей усилить потенциал животноводческой продукции. Я думаю, что это очень своевременная инициатива губернатора.
Изменения в краевой закон о плодородии сельскохозяйственных земель до этого обсуждали на Аграрном совете. Ученые подтвердили, что подобные меры помогут улучшить состояние почвы. На сессии кубанские парламентарии рассмотрели больше 50 вопросов. Главной темой повестки стало увеличение расходной части бюджета. Дополнительные деньги планируют направить на реализацию краевых программ. На что именно пойдет финансирование, депутатам на заседании в ЗАГС-собрании рассказал губернатор. Все за и никого против. Несмотря на разные политические взгляды, решение о дополнительном финансировании краевых программ кубанские депутаты принимают единогласно. 12 миллиардов рублей плюсом добавляют в расходную часть бюджета. Инициативу о выделении денег на рассмотрение в региональный парламент внес губернатор. Вениамин Кондратьев, выступая в законодательном собрании, отметил, что средства в первую очередь направят на социальную сферу. В этом году в регионе одновременно начнут строить 30 школ. И это не только Краснодар, но и отдаленные районы, такие как Лабинск, Кубинский, Новокубанский и Кущевский. На строительство социальных для нас очень важно, и коммунальных объектов мы дополнительно выделяем, распределяем 4,5 миллиарда рублей. Ну, для этих объектов это достаточно большая сумма. У меня тут есть справка, что в целом эта статья расхода составляет на социальные и коммунальные объекты 37,5 миллиардов рублей. 37,5, если, дай бог, бюджет пойдет хорошо, но мы ее до 40 миллиардов доведем. А вот в 2015 году она была всего 14 миллиардов. 14, практически в три раза мы сегодня увеличили статью вот этих расходов. Увеличится еще одна статья расходов. Объем краевого дорожного фонда вырастет более чем на 5 миллиардов рублей и составит почти 38 миллиардов. Благодаря этому серьезное обновление ждет муниципальные дороги. Те, на которые обычно у небольших населенных пунктов как раз денег и не хватает. В целом практически 1,3 миллиарда на увеличение субсидий на строительство и ремонт муниципальных дорог. Тоже очень важно. 1,3, я думаю, мы с Игорем Петровичем проговорили, до 1,5 миллиардов плюсом мы дадим муниципальным образованиям на строительство и ремонт дорог. Коллеги, обцелуем, эта сумма уже составляла 8,9 миллиарда. Добавьте, до 10 примерно миллиардов уже сегодня мы выделили муниципальным образованием. Они в жизни таких денег не выделили. Практически 10 миллиардов рублей на строительство и ремонт муниципальных дорог. Субсидии на содержание и обустройство дорог получат 425 населенных пунктов. Дополнительное финансирование направят именно на капитальную реконструкцию, а не на так называемый ямочный ремонт. То есть, как была дорога, так и остается. Нас эта такая ситуация не устраивает. Мы говорим, нужно переходить на более современные технологии. То есть, мы делаем проектно-сметную документацию, в которой уходит вся инфраструктура, в том числе и в полосе отвода. Это благоустройство и ливневок, это и тротуары, это освещение, это и светофоры, и пешеходные переходы, это и остановки, и все, что сопутствует безопасности дорожного движения. Дополнительные 639 миллионов рублей из дорожного фонда направят на строительство дублера Яблоновского моста из Краснодара в Адыгею. Объект рассчитывают сдать в 2024 году, на год раньше запланированного срока. Масштабные проекты на Кубани все чаще измеряются миллиардами. И что важно, выделяемые деньги – это не какие-то резервные финансы, а результат успешной экономической политики. Мы не перераспределяем средства, а увеличиваем расходы по государственным краевым программам. И хотелось бы сказать, что из 26 государственных программ мы расходы увеличили по 20. В свою очередь это поможет решить застарелые проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. До конца года полностью должны газифицировать село Ольгинка, поселок Новомихайловский и два хутора – Кавказский и Чайкин. В сфере ЖКХ добавляем 245 миллионов рублей. В целом на строительство объектов газотеплоснабжения в этом году мы выделяем более миллиарда рублей. Более миллиарда. А в 2015 году у нас всего было 164 миллиона. Вот динамика. В 15 муниципалитетах будут газифицированы населенные пункты. Притом вот те села и хутора, где вообще газа не ждали. Начали уже, и к 2023 году полностью будет газифицирован поселок Архипа Осиповка Геленджика. То есть, ну там обещали они, говорят, лет 20 им эту газификацию. Лет 20 обещали. Ну, начали к 2023 году. Вопрос только контроля, опять-таки. Деньги на это уже пошли.
В краевом бюджете отдельно предусмотрели средства и на выполнение поручений президента России. 2 миллиарда рублей направят на организацию бесплатного питания в начальных классах и ежемесячные пособия на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Свыше 830 тысяч гражданских дел рассмотрели районные, городские и мировые судьи на Кубани в прошлом году. Итоги работы за 12 месяцев подвели на совещании в краевом суде. В заседании приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. Как отметил глава края, региону важна поддержка судов в борьбе с самостроями. В краевом реестре около 1200 таких объектов. В прошлом году муниципалитеты подали больше 1000 исков о сносе незаконных объектов. Судами удовлетворено уже 236. В прошлом году 1200 исков. И только вот 236 удовлетворено. Коллеги, это шестая часть. А все остальные, кстати, до сих пор все слушаются. Вот и надеются из года в год, из десятилетия в десятилетие, вот эти вот горе-застройщики, что они решат вопрос. Решат вопрос. Они к этому привыкли. А мы должны их к другому приучить. Что невозможно решить вопрос. Ни за какие деньги, если сделал самострой, никак, только снос. Только снос. Иначе опять сделаем исключение, и опять на десятилетия мы уходим... их практику, созданную ими практику, что все равно они решат вопрос. Ну тут, еще раз подчеркиваю, власть либо есть, либо ее нет. Либо она жесткая и занимает принципиальную позицию, либо она прогинается перед интересом. И как бы красиво этот интерес не пудрили и не припудривали. Самострой, он все равно самострой. Я хочу сказать, что прежде всего необходимо нам обеспечить будет тут единство правоприменительной практики, чтобы данная категория дел рассматривалась только исключительно в рамках закона. Никаких действительно не должно быть тут ни исключений, именно в соответствии с той практикой, которую формирует Верховный суд Российской Федерации. Председатель Крайсуда Алексей Шипилов отметил, что в системе правосудия региона произошел ряд важных изменений. Например, начали действовать кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, заработала система автоматического распределения дел и протоколирования заседаний с помощью аудиозаписи. Депутат Государственной Думы Константин Затулин провел в Сочи очередной прием граждан. Проблемы в сфере ЖКХ, перспективы ремонта сельских дорог и многое другое. В повестку очередного депутатского приема были включены более десятка вопросов. Жителей сел Бестужевская и Варданы интересуют перспективы ремонта дорог в их населенных пунктах. Ранее они уже обращались в приемную Затулина, поэтому и другим вопросам и получили всю необходимую информацию. Константин Федорович уже не в первый раз знаком с нашей ситуацией. Вот. И всегда, когда мы обращаемся к нему, он довольно-таки оперативно реагирует. Вот даже сегодня тоже были, скажем так, звонки в администрацию Адлерского района и в департамент по строительству дорог. Вот. Ответ мы получили исчерпывающий. В общем-то, вроде как наш вопрос двигается с мертвой точки. Еще одна история, волнующая сотни жителей поселка Якорная Щель, была изложена на приеме. Более десятка многоквартирных домов числятся на балансе санатория «Искра», который принадлежит МВД России. Собственники квартир не могут оформить придомовую территорию. Депутат Государственной Думы Константин Затулин связался с заместителем министра внутренних дел России, который заверил, что возьмет этот вопрос под особый контроль. Еще один вопрос – странности в деле застройщика Забелиной. Дома были введены в эксплуатацию, но отношения с водоканалом застройщик должным образом не оформил. И теперь жильцы могут остаться без воды. Застройщик на самом деле официально не добился ввода дома в эксплуатацию. Пошел в суд, а суд разрешил ввод в эксплуатацию. То есть, на самом деле, можно предположить, что застройщик превысил свои полномочия при застройке дома. Что-то не сделал из того, что должен был сделать. Для оперативного решения вопроса Константин Затулин связался с Сочинским водоканалом и предложил отсрочку отключения воды до выяснения обстоятельств. Проблема в том, что через определенное время нам требуется узаконить воду. То есть у нас была временная врезка незаконная, ну и как бы грозятся штрафными санкциями об отключении, либо об ограничении воды. Ну, значит, с этой проблемой мы обратились к Константину Федоровичу Затулину. Ну, как бы при нас он и водоканал позвонил с отсрочкой. Ну, шанс, надежда, конечно, есть.
Решение этого и других вопросов находится на контроле у юристов сочинской приемной депутата Константина Затулина. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. «29 февраля в Сочи облачно. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 11-13 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9. В Красной Поляне 29 февраля также облачно. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 8, плюс 10». А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 28 февраля 1945-го советские войска прижали немцев к Балтийскому морю. В Померании войска 2-го и 3-го белорусских фронтов под командованием маршалов Константина Рокоссовского и Александра Василевского заняли более 50 населенных пунктов. Продвигаясь вперед, части гвардейского кавалерийского соединения вышли на подступы к городу Нойштеттен. Подразделения конников атаковали немцев, укрепившихся на южной окраине города, и отвлекали на себя основные силы гарнизона. В это время другие наши части ворвались в город с севера. Город Нойштеттен – узел 5 железных и нескольких шоссейных дорог. В городе было освобождено 1500 советских граждан, угнанных немцами на каторжные работы. Юго-западнее Кёнигсберга заняли несколько сильно укрепленных опорных пунктов. Пытаясь отбить их, противник за ночь предпринял 16 контратак. Взятый в плен в Восточной Пруссии полковник Франц Беллер в это время рассказывает. После того, как солдаты узнали, что Восточная Пруссия отрезана от них, они потеряли всякую надежду. С каждым днем увеличивается количество дезертиров. Тем временем весенняя распутица затрудняет наступление, но советские бойцы проявляют смекалку. Так газета «Красная звезда» рассказывает о танке лейтенанта Быкова, который ночью пристроился в хвост немецкой колонны. Оставаясь незамеченным, он почти километр двигался за врагом, а затем одним точным выстрелом поразил немецкий бронетранспортер и сумел скрыться от огня. Патриархия в эти дни вносит 500 000 рублей в фонд обороны. Патриарх призвал все храмы также внести посильные взносы. А первая на Каспии, одна из первых в стране верфей железобетонного судостроения, в эти дни готовится спустить на воду крупнотонные суда водоизмещением 2500 тонн. «Не прервать линию памяти» – так называется научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она прошла в Сочи сегодня. В конференции приняли участие представители администрации города, районных и студенческих советов и общественных организаций, казачества и, конечно, ветераны Великой Отечественной. Подобные встречи в любых форматах. Сегодня это и есть преемственность поколений. Если есть в стране преемственность поколений, она у нас сегодня есть, соответственно, есть будущее у молодежи. Потому что у молодежи тоже есть своего рода миссия. Миссия сохранить и приумножить все наши традиции, всю нашу большую государственность. Темой встречи стал актуальный вопрос по противодействию фальсификации нашей истории. Участники выступили с докладами о проблемах, возникающих в политическом мире, и возможных путях решения. Так, например, представители общественной организации ветеранов Сочи считают необходимым увеличить количество академических часов по истории в школах. Все предложения будут представлены в коллективном обращении к органам государственной власти Краснодарского края и Сочи. Обращение ко всем структурам и ко всем общественным организациям о том, что мы уже опаздываем с восполнить пробелы в политическом, нравственном, военно-патриотическом воспитании путем отстаивания истории, исторической правды на каждом этапе, в каждом отдельном заведении, в каждом отдельном, начиная с детского сада. Сочинцы могут стать соавторами проекта «Письма с фронта». Записки родным и близким с полей сражений могут войти в пятый том книги.
О четырехтомнике «Письма с фронта» школьникам в Зимнем театре рассказала автор проекта Татьяна Василевская. Собирать солдатские треугольники, открытки и дневниковые записи фронтовиков она начала еще в 80-х. А первый том был напечатан в 2015-м, а к 75-летию Победы вышла в свет уже четвертая книга. Более 500 уникальных историй из жизни солдат попали в этот сборник. Напечатано 10 тысяч экземпляров. Книга есть во многих библиотеках страны. Я никогда не думала, что он получит такой размах, что будет не один том, а четыре, и пятый мы сейчас в работе делаем, что эти письма, эти книжечки будут читать от Белгорода до Дальнего Востока, от Канады до Австралии. Можете себе представить, мне звонят оттуда русские общины и говорят, там, кланяйся, все, наши старички читают эту книжечку. На фотографиях узнают своих однополчан. У меня мурашки по коже пошли. Татьяна Василевская отметила, что сочинцы могут помочь в создании пятого тома, прислав в адрес редакции краснодарского издательства «Книга» фронтовые письма. Благодаря им, говорит автор проекта, вместе можно сохранить подлинную историю своей страны и не позволить ее переписать. Не плачь, мама. Я умираю, зная, что все отдавало победе. За народ умереть не страшно. Передай девушкам, пусть идут партизанить, смело громят оккупантов. Наша победа недалека. Также в Зимнем театре был представлен пластический спектакль «Письма с фронта» в исполнении воспитанников студии творческого развития «Оперение». Будет ли снова перенесен День города? Этот вопрос вызывает массу жарких споров в социальных сетях. Мнения сочинцев разделились. Предлагается несколько вариантов. Продолжить отмечать День города осенью, перенести главное городское торжество на весну или начало лета. Причем у каждой версии есть историческое обоснование. О чем именно идет речь, расскажем далее. День города – это массовый праздник с традиционными шествиями, концертами, карнавалами и праздничным салютом. В Сочи же дата главного городского торжества переносилась и не раз. Последний раз на 21 ноября – день святого покровителя Сочи Михаила Архангела. Но и эта дата, считают некоторые, не совсем удачная. К концу осени в городе немного туристов, как правило, плохая погода, да и время для празднования Дня города должно быть исторически обосновано. У Сочи в этой части есть несколько знаменательных дат. В 1829 году, после окончания русско-турецкой войны, по Адрианопольскому мирному договору территория Черноморского побережья Кавказа от устья реки Кубани до форта Святого Николая, ныне это территория Грузии, отошла к России. И на территории нынешнего Сочи было образовано 4 форта. 1837 год – это форт Святого Духа, Адлер. 1839 год – два форта – это форт Лазаревский и форт Головинский. А нынешний центр Сочи – это 1838 год, 21 апреля. По новому стилю – это 3 мая. Вот был как раз заложен форт Александрия. Через год, например, форт Александрия, он был переименован форт Новогинский в честь полка, который отличился в ходе Кавказской войны. В ходе Крымской войны от этих фортов не осталось и следа. Русские войска вернулись на эти земли только спустя десятилетия. 25 марта 1864 года, по новому стилю 6 апреля, на территории бывшего форта Александрия был учрежден пост Даховский. Спустя еще 10 лет пост преобразовался в посад. 23 мая по старому стилю 1896 года, по новому 4 июня, когда царь утвердил мнение Государственного совета о создании Черноморской губернии. Вот. И тогда же были созданы Сочинский округ, ну, Туапсинский, Новороссийский, Сочинский округ, центром которого стал посад Сочи. Вариант проведения Дня города в день закладки форта Александрия 3 мая уже практиковался, но показал свою несостоятельность. В эти дни в 1838 году шла Кавказская война. В 1989 году решением Совета народных депутатов еще в СССР было принято решение не проводить в эти дни праздник, поскольку очень неудачно складываются обстоятельства. Более того, реально в эти даты, когда шли сражения, когда в госпиталях, лазаретах умирали раненые бойцы, в течение нескольких дней шли похороны. И вопрос, о каких карнавалах в эти дни мы можем идти речь?
Есть еще одна дата – 31 июля 1917 года, по новому стилю – 13 августа. Тогда особый закавказский комитет решил увеличить площадь городских земель, повысив статус посада Сочи до города. Но подтверждение от Временного правительства не поступило, так как оно было свергнуто и вопрос этот официально не решился. Тем не менее, в документах Сочи стал называться городом. По мнению общественников, которые и обратились в мэрию с предложением изменить дату празднования Дня города, 4 июня – та дата, которая вполне может стать компромиссным решением, устраивающим и историков, и горожан. Обсуждение этой темы экспертным сообществом пока продолжается, при этом предлагается не фиксировать точную дату празднования Дня города, а праздновать выходные дни, ближайшие к исторической дате. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи широко отметят Масленицу. Основные празднования пройдут 1 марта во всех районах курорта. В этот день с 11:30 гостей ждут в парке «Ривьера». Там состоится праздничное шествие, театрализованная программа для детей и обряд сжигания чучела масленицы, который символизирует проводы зимы. В Хостинском районе народные гуляния пройдут в 11 часов в микрорайоне Бытха и на площади у Дома творчества «Луч» в 14 часов. Для жителей Адлерского района большая концертная игровая программа начнется в 12:00 в парке культуры и отдыха и на площади сельского Дома культуры «Орел Изумруд». В Лазаревском районе празднования пройдут в 13 часов на площади Дома культуры в поселке Дагомыс и в 14:00 на площади Центра национальных культур. В айсберге теперь учатся не только покорять лед, но и держать удар. В Ледовом дворце открылся муниципальный зал для бокса. Новый зал – подарок юным спортсменам, поэтому они первые, кто опробовал ринг, груши и перчатки. Из всех залов, в которых мы были, здесь лучше всего. Здесь очень много места, здесь много зеркал, то есть можно увидеть свои ошибки. Здесь много разнообразных груш, и груш самих так много. Зал для бокса в айсберге – это филиал 3-й спортшколы Олимпийского резерва. Так как залов у нас в городе сегодня не один десяток, мы территориально смотрим, откуда ребенок, где он проживает, чтобы в каждой шаговой доступности были спортивные залы. Здесь помимо нашей социальной группы будут тренироваться и коммерческие направления, чтобы себестоимость данного зала, который предоставляется в аренду, чтобы он как-то все-таки отбивался. Группы по 20 человек, занятия после школы. Такой полезный досуг, уверены спортсмены, в скором времени даст свои плоды. Очень красивый, хороший зал, приятный. Очень хорошо, что развивают зал, открывают для детей много-много залов. Мы это долго ждали, наконец это все свершилось. Есть куда детишкам сходить. И если каждый из нас с улицы приведет человека в этот клуб, значит жизнь состоялась. В наших спортивных залах боксерских занимается порядка 1500 человек, детей, юношей и мужчин разных возрастов. Сегодня бокс в городе Сочи вышел абсолютно на новый, правильный уровень его развития. То есть мы повышаем качество тренировочного процесса, также повышаем мастерство наших тренеров. У нас имеются уже судьи международной категории, которые представляют наш город, нашу страну на международных турнирах. Гости пришли к юным боксерам с подарками. Ребятам вручили набор спортивного инвентаря. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.